Новый год к нам мчится. Самое время выбирать подарки. 18 и 19 декабря в ДК «Россия» в Северном фойе с 12 до 19 часов будет проходить новогодний маркет ручной работы. Уже идет процесс подготовки места, где соберутся лучшие мастерицы. Более 30 локальных брендов. Мастера, дизайнеры, словом, те, кто создает прекрасное своими руками. Немножко расскажу, да, что можно будет купить. Это будет натуральная косметика, это будет авторская бижутерия, канцелярия, открытки новогодние, игрушки. Будут проходить мастер-классы, будет керамика, будут также из гипса, декор для дома, будут вкусности, пряники имбирные, безе. Все это мастера делают сами. Маркет 13 месяцев объединяет хендмейд мастеров. Помимо серпуховичей приедут и гости из Протвино, Чехова, Видного и Москвы. На маркете пройдут мастер-классы для детей. В свободном режиме, без записи, можно будет сделать поделки из полимерной глины, узнать основы росписи.